я ангелом летал и видел дым сражений. Никто не виноват, что все хотели жить там, дед мой погибал от множества ранений. Его накрыл крылом, не дал врагам добить. Я ангелом летал, тащил его в траншею, позвал сестру, чтоб кровь остановить. Я пули отклонял, они летели к цели, но всех спасти не мог, где все хотели жить. Я ангелом летал, чтоб смог отец родиться, тащил я деда из последних сил. Врача привел, заставил помолиться, чтоб Бог помог. И я слетал за ним. Я ангелом летал и видел дым сражений, и ангелом бы оставался бы. В преддверии 75-летия Великой Победы жители Тельмановского района с огромным трепетом в сердце поздравляют всех с наступающим праздником Победы, выражают огромную благодарность свидетелям и участникам всех кровопролитных дней. Спасибо им за то, что они сделали для будущих поколений. Спасибо им за победу, за жизнь. Тельмановский район передает музыкальную эстафету «Голос Победы» городу Макеевке.